Международный форум-выставку 50+ во Владимире открыла актриса Жанна Эпли. Она сегодня выступала в областном дворце культуры. Подобный форум проходит у нас впервые. Мне вдвойне, даже втройне приятно, что мы здесь, на Владимирской земле, потому что именно ваш губернатор Светлана Юрьевна Орлова нас первой поддержала. И еще занимая должность заместителя председателя Совета Федерации, возглавила попечительский совет нашего проекта. Поэтому 4 года назад первый форум в Москве стартовал 1 ноября просто при ее непосредственном участии и лидерстве. После торжественного открытия выставки ее участники начали осмотр площадки. Здесь владимирцам в течение 3 дней будут предлагать всевозможные услуги. От бесплатных юридических консультаций до медицинских обследований. Также будут всевозможные мастер-классы и даже практические уроки для представителей старшего поколения, которые не умеют пользоваться смартфоном. Одним из самых популярных на выставке уже успел стать отдел Департамента по труду и занятости населения. Мы предлагаем всестороннюю помощь. Во-первых, у нас есть услуга по содействию в поиске подходящей работы. Ей может воспользоваться любой гражданин, и пенсионер в том числе. Пенсионерам, которые стремятся вернуться к трудовой деятельности, мы также предлагаем бесплатную услугу по профессиональному обучению.